Трансгималайская торговля сформировала сообщество шока, в укладе жизни которого все подчинено успешности их исторического бизнеса. Шока не только гоняли свои караваны, сопровождали чужие, но и брали пошлину за транзит грузов через свои территории. Некоторые шока делают свой маленький бизнес, обслуживая идущих вверх или вниз по долине путников. Намаскар! Намаскар! По всему караванному маршруту разбросаны скромные постоялые дворы – дуканы. Дуканы могут быть разной степени комфортности, хотя слово «комфорт» здесь не совсем уместно. Иногда это чисто условные шалашики, затянутые синим пластиком. В дуканах караванщики и паломники едят, отдыхают, делают кое-какие покупки. Место их расположения неизменно, как неизменна семья, которой принадлежит заведение, и как та приветливость, с которой хозяева служат своим гостям. Недостаток комфорта компенсируется обильной вкусной едой и исключительным дружелюбием. В этих же дуканах вместе с караванщиками столовались и ночевали мы. Там же останавливаются местные жители во время сезонной миграции. Дело в том, что шока называют движущимися людьми. Их образ жизни можно определить как полукочевой. На холодное время года шока из верхних деревень спускаются вниз. А с приходом весны в конце апреля, начале мая возвращаются обратно. Такая сезонная миграция называется каньча. Ни полуразрушенные дороги, ни снежные мосты над бурными горными реками не пугают людей, которые, подобно перелетным птицам, поднимаются на крыло и спешат в дома своих предков. Не знающие сомнений люди с приходом весны устремляются по горным тропам вверх. Оставляя комфортную зону тропического горного земледелия, они идут туда, где летом может внезапно повалить снег, а температура в одночасье опустится до минусовой. Идут старые и молодые, нагруженные многочисленным скарбом и налегке. Зов крови и любовь к горным просторам оказывается сильнее бытового дискомфорта и трудностей миграции.